Добрый день! Сегодня у нас приедут станочки для шиномонтажа. Будем, как ранее уже говорил, их устанавливать на данную площадку, где сейчас стоит москвич. А точнее не площадку, а локацию гаража. Потому что у нас здесь воздух для шиномонтажного станка. Но я его пока в петлю сделал, чтобы не выходил. И электричество на 380. Здесь в уголочке будет сам шиномонтажный станочек, а там, где моторный отсек еще стоит, ну, будет балансировочный. Задача сейчас вывести Егора машину, тут чуть-чуть расположился, и делать сидушки, салон с днищем ковыряется чуть-чуть. Компрессор у нас уже для шинки весь. Он не только для шинки, он вообще универсальный. Весь полностью подключен, готов. Сейчас Егорычу машину обратно положил, сидушки, весь пластик в салон, чтобы ничего не поломали, не потрескалось. Выкатим машину на улицу. Москвич пока прям задним ходом перекатим вот сюда. Потому что пока непонятно, где будет москвич потом стоять. Потому что подъемник периодически нужен, мы его не, точнее, эту секцию ворот мы не заставляем сюда, заезжают какие-то машинки, я там что-то пропылесосить, масло проверить, жидкости подлить. А москвич стоял тут, где шиномонтажные станки предполагаются стоять. Ранее они, кстати, у нас стояли в этом месте, тут не просто и воздух по подаче, электричество 380. Просто шиномонтажом в свое время завязал и думал, больше к этому не вернусь. Но как сказал ранее, тоже уже машин в семье прибавляется, шин прибавляется, и это не все шины, которые нужно менять. Больше не экономия денег преследуется, а затраченное время на вот это вот согласование шиномонтажки. К примеру, моей жены или моего дядьки, тещи, о том, когда машина свободна. Потом все это нужно грузить в прицеп, отвозить в шиномонтажку, ждать там. Ну и опять же, да, вернемся к экономии. Скорее всего, и она тоже преследуется. Потому что еще и платить за это деньги. Когда есть гараж, есть подъемники, понимание, что да как, тем более большой опыт уже в шиномонтажном направлении. То, что поставим для своей цели. Раньше стояли итальянские станки. Италия, полноцен. Сейчас заказал тоже станочки только китайского производства. Все ставят. Ну, особо не нахваливают, ну и плохого тоже не говорят. На Италии просто колеса быстрее и балансировать, и шиномонтажить, шины снимать, новые ставить. На китайских чуть-чуть просто подольше. Но мне спешить некуда, так скажем, станки будут для личного пользования. В общем, сейчас будем вывозить машинки. Периодически буду камеру включать. Ну, как ее тут машину толкать, наверное, неинтересно. А станочки вот как разгрузим, поснимаю, распакуем, поснимаю, подключим и первое нажатие там на педаль и балансировочного станка, как уже во включенном состоянии, я, конечно, покажу. Выгнали мы гольфа, москвич передвинули пока туда. Непонятно, он будет стоять, пока, правда, москвич. Площадку подготовил. Это идет пока шланг на баню, пользуемся пневмоинструментом. Андрюк там, кстати, пытается делать. Вот. И сейчас ждем, в общем, доставочку. Все это разгрузим и будем уже монтировать. Площадку полностью все убрал, повторюсь. Даже подмел, чтобы приятнее было работать. Печку затопили, ворота сейчас закроем. Вся проводочка нагреется, чтобы подключать удобно было. Вот. Эти распаечки, не все это ледяное было. Хотя на улице плюс, но в гараже все равно бетон сыроват.
В общем, поставим, будем включаться. Ну, прям вовнутрь, да? Конечно, вовнутрь. Грузили маленькие такие две коробочки. Даже матами ругались. Сейчас распакуем, посмотрим. Я взял. Балансировочный у нас. Андрюх, нравится? Вот, нравится станок. Ты как динамит разминируешь, а не от стрелок отрезаешь. Что, Серега, будешь это, на станках учиться? Ну ж говорит, тебе станки купим. Тебе купили, все. Да, а кто делать-то будет? Ты, конечно. Мы что, договаривались, покупаем? Мы совсем другое договаривались. Нет, мы что, договаривались, покупаем? Компрессор. Нет, Константин. Вводим его в эксплуатацию, потом тебе станки. Да, ты будешь на станках работать. Я потом речь не плохо. Он тут нажимает-то раз, два, шесть кнопок. И еще четыре, и все. Давай прямо подъем. Да? Конечно. А он не сеет? Чего? Да на бумажку притащите. Ну ставь бумагу. Картон. Бумагу ставь. Вот так. Завал не берем. Вот так поставь. Вот так. И вот так раз. Ну крути, крути. Не кручу. Ставь. Крышкова один понял. Ну что, Андрюш, я не знаю, что это, как это. Как кто? Ну как еще со стороны вообще, блин, непонятно. Вот эти все вещи, не надо понимать. Вот так, не говори, бумага. Серёг, тебе для картины. Портрет вам повесишь, Серёг. Конечно. Ваша система. Вот это хозяйство, он будет собирать. Прикручено, что ли? Прикручено. Кот пошел. Итальянские по Мексике. Так.
Кунту машину, уже нельзя. Я понял, понял. Бетка, помогаешь? Конечно. Я без собой. Да, тяжелая. Андрюх. Ау. Рассказывай, ау. Иди, Сереге. Я тебе станки собирал, блядь, один стоял. Никто не помогал, блядь, некуда. Только все станки были, извини, поинтереснее, блядь, повес. Нет, лучше поинтереснее. Все плохо? Ну, давай читай инструкцию. Чё? Андрюха, я пошутил, Андрюха, не знаю. Шутить. Вот, бери эту пружинку. Так. Вот эту бери. А ты? Так. И эту тоже бери, и ту убери. Эту. Серёг. Сейчас положишь, когда сушится, вон инструкция, бери, читай. Буквы знакомые для начала нажмёшь. Так. Мне кажется. И? Ну, эту обратно надо. Площадку. Серега. Папа, помоги подержать. А потом все эти полочки гайки. Прошел тоже, блин, 55 слов. Пазы там, да? Да. Это надо транспортировать. Вот тут. Конуса вообще пока в сторону нахрен не надо. Самое последнее, что надо. Еще она мало как. На дыр, что у нас? Четыре, да? Четыре. Ну, вроде как. Ну, поверьте, жмых, жмых, жмых. Угу. Так, это сейчас снимается, что ли? Да. Это все тут лежит. Даже еще. Ну-ка, Серег, доклад. Как станками пользуюсь, прочитал? Нет. Я тебе говорю, инструкцию бери, читай. Зачем? Она и мне не работает на ней. А кому работать? Андрюхе, что ли? Нет, ты что из меня сейчас? Кого сделаю, не понял? Ну, ты хозяин. Чего? Я говорю, мы с тобой договаривались, что ставим компрессор, покупаем станки, и ты работаешь. Ты да, да. Ну, они какие же станки. А что для тебя, станки умные, что ли? По станки я не знаю. Понятно, съехал. Так, ну что, куда у нас? Тут крепость. Какой-то из них? Ну, сюда ближе дел.
Да будешь вешать. Вот этот край чуть-чуть. Двигай. Еще двигай. На местах. Нет, просто. Укомплектован. Сейчас транспортировочный. Теперь второй станочек подровняем. Ну, видим. Вон тут сзади заноси, вот так. Воздух уже подключили. И включал я, за это не снимал. Еще целидол. Электричество еще не подключили. Пошли электрички уже работают. Электрические или сантехнические. Вся канализация еще подключим, септик там, и станки заработают. Осталось на самом деле электричество подцепить и все. Три 180, все дела, 555 киловатт. А что, Андрюх, на самом деле 164 киловатта чистых подтянутых на трехфазах. Если повесу, блядь, на проводах, мало не покажется, блядь. Магистраль все проложили. Тут 380 уже все подключили. Вот. Будем пробовать. Не в ту сторону, в другую надо. Да? Фазу перекинем, сейчас попробуем еще раз. Все, так надо, да? Все работает. Ну что, это тоже? Монтировка на месте. Теперь это включай. Первое включение. Ну и клавишу сзади.
Ну все. Там китка работает. По нулям. В общем, все, станочки приобретены, распакованы, смонтированы. До следующей серии.